Всем привет! Стасиня, привет! Доброе утро! У нас сегодня воскресенье, выходной, и поэтому мы решили сегодня поехать в парк Санссуси. Да, он находится в городе Потсдам, это недалеко от Берлина. Кати со мной сейчас нет, потому что она забыла кошелек с проездным и побежала домой. Это, в общем, ее типичная утренняя церемония, забывать кошелек и потом бежать за ним домой. Она уже один раз так в трамвае вспомнила, что она забыла кошелек, так что пришлось выходить и возвращаться домой. И поэтому мы там немножечко опоздали в университет в тот раз. Потому что здесь в общественном транспорте таки проверяют билетики. Даже при нас пару раз людей штрафовали, поэтому да, здесь все серьезно. Привет, я пришла с проездным. В этот парк нам добираться 1,5 часа, поэтому мы будем ехать сначала на трамвае, а потом на скоростной электричке. У нас сегодня 21 градус, очень жарко. Вообще, блин, я сейчас даже сниму, наверное, эту курточку. Мы в поезде, мы едем в Потсдам, в городе, где этот парк Санссуси. Да, здесь такие прикольные, удобные поезда. И такие скоростные. Же, да, скоростные. И такие же поезда ходят в другие города Германии. Класс. Только мы не можем на нем поехать в другой город, потому что наш проездной только на этот штат. Ну да, штат, как сказать. Земля называется, да. То есть земля, где находится Берлин, мы только по этой территории можем кататься. Мы уже в Потсдаме, и мы не можем найти, где снять велики. Да, этот парк, он очень большой. И там просто идеальные дорожки, вообще идеальная среда для катания на велосипедах. Но сегодня воскресенье, и поэтому вообще нет. Я не знаю, как этот парк работает сегодня, для меня это просто загадка. Удивительно. Вот, здесь очень много магазинов, где сдают в аренду байки, но они все закрыты. Смотрите, это способ передвижения в воскресенье по городу. Да, только так. Это каменный век, в воскресенье ничего не работает. Очень красивый парк, нам очень нравится. Кстати, его называют прусский Версаль. Да, здесь правда очень красиво, как Версаль. И еще мы узнали, что здесь нельзя заезжать на велосипедах в центр парка, только вокруг него. Поэтому хорошо, что мы не взяли велосипеды. Мы уже говорили, что сегодня просто офигенная погода. И если такая погода была всегда в Берлине, то это было идеальное место для нас сейчас. Нам здесь очень нравится. Вот, и вот здесь вот, ну, я уже давно не ощущал вот прям настоящую осень. Потому что в Украине очень холодно уже осенью, в Испании очень тепло осенью. Здесь вот, вот прям вот такая вот сейчас температура вот осенняя, и настроение осеннее, и вообще все по-осеннему выглядит. Даже Стас осенний, он желтый. Желтая надпись у него. Speak like nobody.
классно посидеть на пикнике, вот там вы видите, люди сидят, покушать чего-нибудь, прогуляться, и классно было бы снять велики, чего мы, к сожалению, не смогли сделать. Но я думаю, мы, наверное, сюда вернемся еще и снимем такие велики, правда, Дим? Да, я клево покататься, хотя бы даже по кругу, если в центре, если сюда не зад, то хотя бы вокруг парка. Да. Мы видим, что здесь даже катаются и в центре парка. Не знаю, там. Может, есть какая-то карта, которая видна? Вообще, чтобы обойти весь парк, наверное, часа 2-3 понадобится, он очень огромный. Вот, да, он нам понравился. Да, кстати, ну, если сравнивать с парком Версаль, то Версаль будет немножечко так попышнее и поубраннее, вот, побогаче. Да, кстати, смотрите наше видео с Версаль, где-то здесь будет подсказочка. Вот, и мы уже будем ехать домой. Кстати, по поводу поездов, вот как можно купить билеты, такая машина, на которой написано билеты, и нужно, тут можно переключиться на другой язык, что я сейчас делаю, и можно выбрать зоны, которые нужны, например, вам нужна зона ABC, то есть полная зона, кстати, там разница в тарифах между двумя зонами и тремя зонами не очень большая, вот, и можно, например, на целый день билет купить. Нет, это reduced fare, нам стандарт нужно, и вот тут pay, и она будет 7.70, например, reduced это неинтересно нам, single ticket стоит 2.50, например, вот так, а, вот еще есть, на маленькую группу, я просто не знаю, правда, а, вот, да, на 5 человек до 3 ночи 20 евро, в общем-то, и вот еще. А, блин, это с велосипедом, я не прочитала. А вот стандартный тариф 3.40. А это для велосипеда 2.50. Вот так вот. И тут можно купить билет, и потом его обязательно нужно прокомпостировать. И все. Можно ехать. Кстати, вот как купить билеты. Значит, вот есть машина. Тут вы выбираете язык, и здесь выбираете, сколько вам зон нужно. Вот. И здесь стандартный билет 3.40, стандартный билет на весь день 7.70, 13.20 это что? Это на 120 минут автодей стемпинг. Ой, честно, я не знаю, что это за билет. Вот. Если вы с велосипедом ездите, ему тоже нужно билетик купить. И на маленькую группу до 5 человек 20.80 стоит билет на весь день. Вот такие вот тарифы. Ну, это я выбрала три зоны. Можно выбрать на одну, вернее, вот две. То есть первая, вторая, это вот Берлин, то есть центр, а вот это уже за городом. А это все вместе. Мы вернулись уже домой. Хорошо сегодня отдохнули, хорошо погуляли. Завтра нам в университет. Вот опять ждут трудовые будни. Но мы справимся со всем. Спасибо вам за просмотр, спасибо, что были с нами. До следующих видео, пока-пока.